Я Давайте понял. быстренько. Суманите, блядь, или что, или мне лететь, нахуй. Вы в инсте Да там? трэш мы Какой бьем, трэш, блядь. блядь, хорошо, я лечу, нахуй. Глеб, я же узнаю твой этот Инстаграм. А как там А хоть-то что сейчас бить? сказать? Чего? Как там бить-то хоть на этом фросте ебаном? Я-то вообще не помню нихуя. А ты что, на фросте, что ли? Ну, ну да. вводишь в Инстаграме белорусский шоколадный ёбарь? Это самое. Прием, это самое. Насчет Джайны. Если вы, еще раз говорю, настройтесь серьезно на этого босса, потому что он на порядок сложнее, чем все, что мы до этого убивали. Каждая фаза. Вот первая фаза, если она легкая, то вторая вы видели, там за секунду все сдохли. Насчет щита. Купол света называется. Макрос называется. Слэш каст купол света. Это кнопка нахуй. Для тех, у кого аддоны обоссанные всякие стоят, которые кнопочку не дают увидеть. Этот Да, макрос пишем. кнопку нажали один. Он там персональный, типа каждый свое, в чужой купол не забежать. Нет, не забежать. Персональный, да. Вот. Кто не нажал, они сдохли просто. Я сейчас сделаю этот макрос. Вот А в это... метеоре там надо по 3 человека, по-моему, делить. Нет, там 100 тысяч урона. Ну, я не знаю, поскольку... Видишь, описание в книжке одно, а оно разнится. Это описание, скорее всего, с X2. Они, видишь, нихуя не подделывают. Не переписывают, потому что ну нахуй надо. Игроки-додики, они же сами пускай догадываются, блядь. Замеряют, сидят, нахуй. Эрсминог, бидон, притон, что-то. Живые бесплатные тестеры, блядь. Бета-тестеры. Хала, ты там не хочешь полутать ГП? Да, я полутаю ГП сейчас. Не, Чё будет у него мы с ГП? тобой, думаю, по-разному думаем о ГП. Да Ты чё, похуй, это Лёха, самое... за поясом пришел? Я Ляночка пришел АФК. на И, Юля, запускай. Вы убили трэш, да? Все, запускай. Нехуй стоять. Она вы не Цирк. Да пояс фиг с ним. Кто там? Ну ты, короче, первую копию бери, я последнюю заберу. О, хилбот не включил. Ну все, ГГ. Все, ГП нахуй. Ну, получается все. Упал не Получается. хилит. А только мне еще одни фреймы так забить. Нечестно. Сейчас вы поймете, насколько Джайна была милосердна к нам. Да не, ну типа, хз, по мне так это, по крайней мере, По две мне фазы это только мы тоже хуйня, посмотрели. типа. Это, А знаешь, типа, пристабав лапка сегодня, блядь, выйдут это погулять. ТТГ уголочком. боссы. ТТГ боссы просто по ощущениям. Там обоссанные, просто босс. И подъебало, не заходите, болтар. Волтара. Ебать, бидон вообще сидит, отдыхает. Просто АФК, чили. У вас Вот, ДЦ, блядь, запасной есть. хил, ну, 25 понадобился. нахуй. Нормально. Сейчас Где Костя? захилю всех. Да, рядом с Юлей стоит. Да, я вижу уже. Так, Ебать, буду отводить назад от вот назад. этой от того босса, на котором метка Хантовская стоит. Так, отвел назад, сука, дай сюда, нахуй. Все, уйдите. Пробегайте мимо, под ебалом не стойте тут. Сейчас апокалы, кольцо и запы, нахуй. Блять, апокалы выпадут, я не знаю, что я сделаю, нахуй. Ты ж напали, блять. Все Ну, нормально так я... просто. Не, так я про то, что, типа, блять, Ай, месяц, сколько даже ждал? больше. Ждать их. Ебать, Я не думаю. Юлизов с 21 КД выпал, чё на. Юлизон выпал? Я понял, нахуй. Да. А там выпало 3 тринки, Войд. Все Сегодня три, три блядь, которые там могли выпасть. тринки. И меня не зовут нахуй за зовом на неделе, я понял нахуй. Так ты на работе был. Я Да. понял, блядь. Ничего личного. В натуре, блядь. Чё, кто следующий зов забирает себе? А какие там 3 трини? Башка. Там же засопшая голова, с одного босса две и... трини падает. Ну, с одного две. С одного две, И с и ласта еще одна выпала. Он имеет в виду, две башки выпало. Две башки с пятого босса выпало и с лоста в берсерк. Топовый лут получается. Да, и кольцо получается. танковское наконец-то. Это и вот... Дороже кольцо на танка золота. Это смотрите, вот у нас завтра око. Вот око мы ебанем. Ну вообще надо его ебануть на фул, то есть и келя все ебануть. Вот, если вдруг время останется, и это будет заебись, допустим, часик. Можно будет пойти в бронзовое ебануть. Еще раз говорю, завтра в 12 ТЛК 10 гер, там, ну, босса 8 пойдем. После этого сразу собираю воронка фарм гильдейский.
приходите. Будет ИП. За ИП, да. Будет ИП, да. Сегодня а ты ИП накидывал эти три дня? Какие три дня? Я только за сегодня накинул. А сколько урона выбили? 7. Ну, у нас минут 40 это рестарт сервера был. А сколько ИП накинул? 150 получается за полтора часа. Ага. Ну, по сотке за час, короче. Угу. Заебись. Много, да? А сколько воронок поймали? Да не, нормально. 7 штук. Ой, завис, что ли? Да, опять подвисло. Да ебать, не завис. Пустили. У кого-то был такой красивый маунт фиолетовый. Яночка, у тебя? Какой фиолетовый маунт? Какой-то красивый фиолетовый маунт был. Я понял. Вон, одна, летает. Кто там? Юлия. Курица. У меня такой же есть. Только желтый. Значит, не такой. Моча, то есть. Желтый у меня есть, фиолетовый красивый. Фиолетовый пиздатый, да. Тут не поспорим. Да что страх-то? Мини-босс такой. Лучше бы с Хриона сумеречный дракон маунт выпадал. Пешка падает. Это падает. Что тебе еще туда забрать надо? Маунт когда падает. Хуёво когда падает. Вот тебе 30 лет. Попусь. Это уже нормально. У падает, да, понимаешь, это не бывает. Не, не надо. Не надо, народу. Привыкай. Берегитесь. Да, блин. Давай на следующем КД посмотрим, будет онлайн побольше, будет каких-то миликов в тьму воткнуть, а тут все поуфались, блядь, урги всякие вот эти. Нарарник что-то вообще хуй забил. Ну а хули? М5 нахуй, дальше игра нахуй не нужна. Да, отдыхать хочет. Так он всегда одетый был, чё вы? Может, что-то случилось, а дела? Отпуск. Да нет, устал просто. Да, уже устал. Вот как Джайн, начнём. Он всегда как бы был, ну, бисквит. Короче, забираю запы, забираю, блядь, кольцо, шею, нахуй. Я покалываю на... Ну, я покалываю, можно, для Т5. Да, да. Чтоб камни не заберёшь. Чтоб камни не перебивать, правильно. Кольцо нахуй не заберу. А знаете, что выпадет сегодня? Дайте рыбу. Закрой свой. Три. Я говорю, три чешки на танка выпадет сегодня. Три мили чешки сейчас выпадет. Дайте хиловскую. Можно все попросить? У кого-то там есть Вадикон или кого? Что у нас? Короче, пояс. Джандис. Забирай огонь. ДК. Рома, блядь. Просыпаемся. Первая, вторая пати во тьме. Ты сейчас в свету. Я в свету, вообще-то. Значит. Ты во тьме. Значит, это самое. Бой сказал, что я в свету. Первая пати во тьме. Юля танчит тьму. Редринг танчит свет. Во тьме еще. Значит. Во тьме еще, блять. Сейчас, нахуй. Так, сколько там я людей ставил? 6 дамагеров, да? Блять, кого туда ебануть? Шалфира, нахуй. Давай с Шалфиром. Шалфир и так и зовут, еще туда идете. Ну, вот там шипешник нормально зайдет. Во тьму? А нахуй? Да, во тьму идете. А нахуя ты на ДК заходил? Не знаю. Вот. Чтобы УЕ ебашить по драконам. Это самое. Значит, Заканыч в свету, Хэла в свету, Войд в свету, танчит мелких. Остальные 3-4 все в свету. Значит, по хилам. Джандис во тьме, Друид Инвалид во тьме, Мордаунт во тьме. Вот. Авилания и три Ршамы в свету. Подожди, Шамана надо в тьму ебануть. На огонь забери, я третий возьму. Я за саппортом, короче, слетаю с умонечкой. Я вот думаю... Давай, тебе дам саппорт, заебал, нахуй. Я вот думаю, если я Бидона в тьму ебану четвертым хилом, ничего страшного не будет. Я потому что тир двух хилов не хочу в тьму ставить.
Че, нам друида не хочешь поставить? Спасибо. Друид там в тьме. Ну и все, три. Нам схватит три хила, ты че там. Да просто тьму. Геру, чтобы была в тьме, нахуй. Заебал. Не хочет его тьме. Поставить бидона, нет? Бидон поставишься во тьму в четвертом хилом. Там будет легко, нахуй. Ну, помимо того, что нужно не сдохнуть в луже и в лезвии. Все, хорошо. В тьме, короче, будешь. Чисто для Геры и для тотема. Вот, бидон в тьме, а стелси птерсминог и Авелания в свету. Вот, прям с двумя девочками тусуешься, ебать. Ну и все. Никитос, я на боссе этот. Войт на трэше. Проверочка. Юля в тьме танчит? Да, Юля во тьме. Все готовы, заходите за линию. Даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Какая пати во тьме остается? Проебал. Ты во тьме. Первая пати всегда во тьме. Во тьме еще дополнительно Шалфир и так и зовут. Хилы уже названы, все остальные в свету. Перебежали? Перебежали. Напоминаю, если падает на МТ в свету метеор, то поворот идет на 90 градусов. Лицо Халёна на рейд. Вот рейд отходит в сторону, где был хвост. Блядь. Что, он моб ебанутый совсем, да? Бывает. А кто Свету диспелит, кстати, эту дуру? Свету? Перебежали. Ну, я не знаю, надо кому-то серьезно. Лиса в говне перебежал. Ну, я понятно, во тьме диспелю. Там маленький еще один под боссом. Забери. А что, шаманы могут еще не диспалить или нет? Я маги понял, хэпалы сачкуют, нахуй. В смысле? Священный щит, нахуй кидай. Давайте. Юля зашла, заходите. Так что будет? Могут они диспалить? Сейчас я подумаю, нахуй. Шаманы могут диспалить. Могут маги и совы диспалить еще. Что я, типа, ГКД проебу. Да, я понял. Это может быть страшно. В рейд ты будешь диспелить, Свету. За что? Не знаю, нахуй, нихуя. Туда его, нахуй. Я ради чего слазил с этой должности? Так, стали все в кружок, блядь. Ёбаный в рот. Лезвие 2 секунды. Настя, в кружок уйди. Что там по проценту? 60. 59 уже. Блядская крыло. Шарик не попади, смотри. Проценты? 52. Метка скоро будет. Сейчас фаза, смотрите, метка там еще будет. Фаза пошла. Так, фаза. Метка. Ждем, метку выносим. РДД вышли из портала. Все, хулидинка хилим хорошенько. Метеор смотрим. Метеор. Побежали. На ту сторону побежали. Под ебалом не пробегайте тут. Так, мы стопаем в тьме? Да, тормозните пока. Все, бейте, тьма. Ну забери. Что за хуйня, блядь? Стоунтить. Я их не стоун. Ханыч, если будет к хулидинку подходить один моб там. Притяжкой, гриппом. Только смотри, в босса не подходи притяжкой. Зауешь эту хуйню быстрее. Метеор секунды, зауешьте быстрее.
Дринка, не проебите. 90 градусов, поворачивай. Стоп, стоп, тьма, стоп. Тьма, стоп. Ебать, тут же 70. Ну, моба проебал, Дринк. Ну, Пасифею разъебал. Значит, Мэтфокс, Пасифею резай. Мелких забери. Ну, я не волшебник, чтобы их забрать. Не все так гладко. Ну что, по-большому будет играть? Ты его можешь повернуть босса, отвести, чтобы подальше он был твой большой? Тьма сильно не... Вот сейчас бьем. Это, РДД, все свичнулись в больших, в маленьких, нахуй. Убейте их тоже, большой сейчас сдохнет. Убейте, вот эта залупа мне не нужна на мне, блядь. Метеор, перебегаем. Перебегайте быстрее. И бьете мобов на ходу. РДД, все свич в этих мобов, блядь. На боссе 60. Притормозите в тьме. Да, тьма, притормозите, чтоб 70 не было. 70, в принципе, нормально. Автоатаки, там болезни обновляем. Все, стоп. Там ревностные, если что. Стоп, стоп. Вавилоне, иннер киньте. Бидон вынеси. Мелких, ну, забери из-под босса. Я автоатаки. У меня нету столько таунтов, я не знаю, но. Ну я автоатакой бью. Ну, не знаю, ничего. Типа жди 8 секунд. Че, вот на ком, на продакс, ты можешь, сука, отойти от большого, нахуй, или ты не понимаешь механику? Я не на большом, я прям возле тебя. Метеор, перебежали? Перебегайте. Ты видишь, что маленький растет от... Вы будете бить мобов или нет, я нахуй? Я рядом с тобой. Убейте стоял. Большого, второго, нахуй. Идет маленький. Вот этих маленьких, если вы на них агро сорвали, вы их подведите под меня, блять. Нужен маленький боссом один. Да послушайте, хуй кому что надо, нахуй. Никто нихуя не делает, нахуй. За вас все должны делать, сука, в этой жизни, нахуй. Быстрее заунешивайте эту хуйню. Большому играйте. РДД вас 10 рыл, сука. Стоп. Выношу. Диспельте. Метео. Бежим. Бежим на ту сторону. Играйте, сука, помогите. Можешь помочь. Надо походу нам не хватает. В босса хуярьте. Ну... Так хули, конечно. Как вот сдохли нахуй? В рейс я вышел в свет. Хорошо, бей босса. Рома, 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 беги, беги, беги. Да. Можно маленьких мне как-то, блядь, сюда? Прокидывать сегодня буду. Второй раз ревностный сработал, блядь. Ёбаный в рот. Я не знаю, блядь. Просто стелси лежит там, терсминок. Которая будет сухая. Да. Типа играйте. Надо кому? Под боссом залейте. Вавилонию. Вавилонию, да. Метеор, перебежи. Большого добейте и этого мелкого тоже. 40, свету босса не бейте. Свету есть что побить. Вот Фокс, резай стелси. Резал уже. А, ясно нахуй. Там говорил. Мардаунт вынеси. Почему он на пассифе идет, блять? Двое под боссом. Почему на байде? Я стаунтил, потому что его, блядь. Нам надо Геру давать в обоих мирах и хуярить босса. Давай, давайте. 40 Геру. Секунд до берсы. Да падайте. Это ебатория полная, нахуй. Сейчас я посмотрю, кто не бил, нахуй. Пизда вам, блядь. Живой огонь. Притон 500 тысяч. Ляночка била. Так. Пасифея била. Продакс. Живой огонь. Три ляма, хэлла. Давайте, заходи. Вот Фокс. Шелфир, он в тьме был. Рэй, живой огонь. Лям 600. Ну и все, это больше никого нету, нахуй. Ну, это... а я, нахуй. Из-за того, что он... Вот ты... Вот у тебя там какая-то хуйня, которая взрывается, вот эта твоя обилка. Или она... Я ее не даю, я стою автоатакой, слава. Тебе надо как-то сделать так, чтобы этот моб... Большой я дал 2-3 тарелки в большого моба и стою автоатачу, жду, пока ты заберешь. Пасифея и Закханыч, используйте таунт и этот, как отвлекающий выстрел на маленьких мобов, которые стоят под этим, под холидринком, под большим. Задача РДД, они... задача РДД у агро, у холидринка много, он набрал на большом мобе быстро агро. Его надо быстро слить. Чем быстрее вы его сольете, вас дохуище, тем... Меньше будет стаков лутать маленький трэш, который не получается у нас забрать под меня. Он потому что дает АОЕ какое-то ебаное, и там все эти мобы стоят на нем, нахуй.
Таунт не помогает. Я даю таунт, он возвращается на него, нахуй. Так, вот вас рыба. Из-за мобов типа так жестко пробивало все время? Ну конечно. Но они вырастали, видимо. Ты просто, блядь, нон-стопом, блядь. Я стою, я даже свой сейф от Т5 я не могу дать. А Триньки в КД, блядь. Я смотрю, ревностный только спал, хуяк. Ну ты посмотри, я в тебя 2 ляма, блядь, нахилил. У тебя точная тарелка? Себя. У меня тарелка на 3 таргета. Но надо так как... на 1 таргет. Не... Ты, блядь, дослушай сначала. Когда падает метеор, появляется сначала большой, я успеваю дать 2 тарелки чисто в него. Ага. После этого только появляется мелкий трэш. Ну, поэтому ну все, проблем не должно быть. Вот он как дает тарелки, так вы должны этого моба разъебать. Он убивается 12 секунд, нахуй, с вашим ДПСом. Вот третья и четвертая пати. Рыба вон она стоит. То, что вы его хуёво бьете, я не знаю, гладите как по пизде ладошкой этого голема, нахуй. У него лям хп там, нахуй. И он стоит, живет дохуище. Вы убили его, мелкий трэш сбежался спокойно, без проблем, без всяких. Его зауешили, блядь. Все, и дальше босса да он... бьете. Там даже стопать будете. А не вот это за. Что... Вадикон пусть идет на этого тогда. Можешь шалфина в свет тоже оставить? Типа там, в принципе, ПС хотела. По тьме. Ну давай, похуй, шалфир свету будешь. Пятый только ДД, так и завод будет в тьме. Ну или можно так и зовут, чтобы он потаунтил, помогал. Так и зовут, ты в свет пойдешь, а шалфир в тьме останется. Вот так сделаем. Он ДПС нахуя еще дает. Поняли? Да, понял. Этот самый. Давайте, блядь, с этого трая ебанем или пиздец будет, нахуй. И будет вторник сразу. ГП еще и вторник будет, нахуй. Будем добивать. Все, все готовы зайти за линию, отчет. Тут простой босс, он не шотает никого. Просто с мобами с этими не ебланьте. Аккуратненько все делайте. Стелси, птерсминок, не падайте там как-то, я хуй знает. Сейчас я на себя... Метеор. Квадрат поставил, ориентируйтесь, за спину квадрата прячьтесь от мелких. Касается хилов, касается там всех, кто это ДДшник, кто бьет мелких. Чтобы я мог размахом с вас забирать их. Вот, блядь, всегда бы так ходили мобы. Притон неси. Уноси потом скорее. Этот ДКшники, можете лужи в ветке вот этого огня разливать, закханочек, это так и зовут. Чтобы они на вас метеор. Шли. Метеор! А, ну чё? Вот сейчас. Ты говоришь, что метеор, блять, если вы да, не... Всё, всё. Дезинфу не вкидывай. Притормозите по боссу. 3% до фазы, сейчас мелких убьем сначала. Чем переводим? Да, сейчас чуть не обосрался от своей лужи. Диспел. Вижу. Че по проценту? 59.
Стахан Шунаси. 53. Он метка не забудь. 51 фаза, готовьтесь. Сразу, наверное, успеем выйти, да? Ну, успели бы, я не знаю, сейчас вы выходите или нет. Вот метка уже появилась. Выносим через минуту. За хвостом оббегаем. Бежим, метеор. Метеор. Беги, беги, через минуту. Все, мобиков бьем. Че с большим? Рвали, я ждал, пока тебе трофей. Ну, блять. Ёбаный в рот, нахуй. Мэдфокс, Шелфира леснешь. Когда туда перебежим в рейв, вставай. Мажем. Метеор. Так, дал тебе инер. Заранее. Так, мы фокс рез, Ваня, выноси. Шаманы, волны покастуйте, волны покастуйте. В хулидринка. Скажите, когда лезвие пройдет. Хорошо. Моба, ну, помогите. Стаунтить, моба, помогайте. Можно хорошо? Блять, стаунтить еще раз его. У меня 8 секунд КД. Вот. Сейчас я перетаунчу. И отводите подальше, чтобы он не рос. Видите, растет. Блять, Джанди сдох, нахуй. Бидон, давай визитом. Бидон, давай визитом. Ты теперь хп. Метеор, метеор. Заходи, Вань, заходи. Пиздец, птерсминог, вообще пиздец, нахуй. Я не понимаю, нахуй вы так играете, блядь. Извините, извините. Квадрат встали? Квадрат отъебало, отошли. Я в ахуе просто, блядь. Как тебе Вавилания? Хилы нормальные? Нихуя. Давай пробуем. По сути тут нехуй хили. Чё у тебя вернул? 40. Еще гера есть. Угу. Только... Метеор перебегаем. Метеор. Чё, под боссом заебись под пузом стоится нахуй? Ну, блядь. Бомжи, блядь. Стелси, тебе спинок, я просто в ахуе. Вавилания, иннер залезь. Сразу. ЖКД. Диспелите его в рей нахуй, работаем. Давай хиль. Можешь гировать меня? Просто две цели тебе хилить. Ну давай, типа. Да, там же не только две цели, дамаг получает. Давайте, давайте вот мне. Продам он... там не урони рейд. Ярим. Я хилимся, хилимся. Метеор, смотрим. Бежали. А пиздец, вы под пузом ведь стоите. Кто-то близко, блядь, стоит, сука. Нельзя, блядь, дальше отходить перед метеором или что? Пиздец, ребята, нахуй. Хил-хил там. Помогайте сейчас, если на нем останутся мобы. Вот, моба, стоунтите ко мне. Одного забери. У него же КД там. Еще инр. Еще не откадешился. Угу. Этот бидон, поставь тотем, если есть у тебя. Ты вышел. Нет, к нам? Хотя бы. А он сдох, типа, и резнулся. Я понял, нахуй. Я хуй знаю. А, я понял, понял. Перебегаем. Ну хуярим, я не знаю, надо выжить как-то. Инер КД еще. Жует Белли сам. Ой, это да, дисплей сам себя, если можешь. 7 секунд. Так и зовут, выноси. В рейс дисплей с него. Диспел. Диспел. Давай, Гера, кончилось. Давайте, ну, давайте Геру, в... везде, где можно, нахуй. Давайте Геру. Босса играть. Три команды. Сейчас дам тебе инер. Дал. Высох. Дал. О, блин. Давай. Хуярьте. Блять. О, вы... ну это а, мне за хил, блять. Вот отвечаю. О, Леваня говорит, сука, я так и знал, что Запад забирай. Кого забирать? Это, блядь, мне за эти падения. Кого забирать? А, я подожду, блядь. Когда пропиздитесь там. Ну как, блядь, охуенно. Папа, начисли, пожалуйста, ЕП, я побегу. Офасе с игры и пойти начиститься. Этот самый стелс и птерсминог очень плохо, нахуй. Жендис как у вас сдох.
И мать его пиздец, конечно, почему. Да, можно сказать в соло. Дай лучера. Не, ну оно тут так и хилится. Я так, Глеб ГЦ, я так и знал, что эти запы нахуй выпадут, блять. Просто пиздец. А, ты раздаешь там? Ну давай. Ебанство нахуй. Нахуй этого ДК босса на зашел, блять. А кому запы надо? Мне нужны были, блядь, но уже... Какая Гера? Это обычка. Она что, в обычке не была? Кому из вас Хэлла или Мордаунт у кольца? Тот же самый Метеор падает. Только обычный. Но если Хэллу нужнее, то пусть забирается, в принципе. На спек забирай запы. Ноуспек. Ноуспек? Ну, конечно. Блядь, сейчас... Если тебе я надо, знаю, я как игру могу взять, я вот сейчас думаю. Да я сам хуй знаю, честно, в принципе, как-то... Да вы про что говорите? Про что говорите? Нет, на холик это надо. Делите, да? Кольцо. Ну, по факту мне тоже на успех надо. Про что говорите? Про кольцо? Кольцо Хиловское. Они все, даже втроем, он еще и Птерсминог нажала. Консул. А, ну ей тогда отдавай. Ну, в принципе, ты еще. Это... Блин, надо там ни за кого, не надо там ни за кого заступаться, но люди сами могут сказать, типа, сильно жестко к ним отношусь. Вау. Если надо, сразу говорите, типа, Птерсминог, Стелси, вот он, я сижу, кто говорит, что напишите, а вы тут офните, блядь, заебали нахуй. Еще раз говорю, отдавать по консулу, потому что никто за ГП не хочет. Что, какую шмотку? А кто хочет его? Хэлла, Мордаун, Терсминов. Я говорю, жал... мне по факту я тоже на офспек. Давай, наверное, Эрдру на мейн заберете. Я жал консула, потому что офспек. Ну, Эрдруш, я не знаю, Эрдруш, но есть смысл брать Эрдруш. Скорость нужна. Ну, дух я уберу, есть МП5. Ну, хорошо, да, бери, вон, давай ему за 50. Друид-инвалид, да? Да, давай, да. Пускай берет. Т5 скоро там немножко поменяется. Запы кому-то. Бля, вот нахуй я на этого ДК зажал, бля. Не бой, запа охуенно. Да выпадут еще, бля. А кому-то, бля, это теперь открыть надо воронки? А ты разве не мог? Я уже в Долоране давно. Еще до первого твоего сообщения. Ты забей на все, ты 5 одевай просто. Да, ну, понятно. Ну, просто, если ты долго думаешь, это твои проблемы, не мои. Че, 500 накинул? Ну чё там, Авелания, ты танцуешь, нахуй? Ну, ГЦ, Авелания, я там что-то, блядь. Голый новых уже не сижу. Хорошо, вот что там есть белый. Знаешь, Глеб, надо было, что за тяги бархатные, уф.